Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. У меня очередная посылка и будет сейчас очередная не айтишная распаковочка. Это у нас снова одежда. Что у нас здесь написано? Woman dress. Это женское платье у нас. Значит, посылка обошлась мне в 916 рублей или примерно 15 долларов. Добралась за 25 дней. Давайте мы с вами посмотрим, что это за платье, как оно добралось и какого оно качества. Поехали. Так, аккуратненько открываем. Аккуратненько все это открывается, открывается, открывается. Ба-бам. Чуть более так, здесь пусто. Какие-то более твердые элементы там внутри ощущаются. Вроде бы твердого-то в платье ничего быть не должно. Наверное, это... Ага, это этикетки, все понятно. Так, ну давайте вскрываем и смотрим. Так, такой вот пакетик, в принципе, интересный. VF Image. Так, по-английски здесь надписи. Молодцы, ребята. Этикетки у нас. Ну и, по-моему, это на выкид какая-то вещь. И, собственно говоря, само платье. Так. Размерка S-ка. Вот. Ну, материал приятный на ощупь. Мягкий достаточно на лето, я думаю. Ну, так вот он тянется, в принципе. Вот. Ну, я мало, на самом деле, в этом понимаю, в вещах. Поэтому, так, вот здесь еще у нас какой-то пакетик против влажности. Так, ну что ж, самое интересное у нас впереди. Это примерка, соответственно, на человеке. Смотрим, как у нас это все дело смотрится вживую. Ну что ж, вот такая вот очередная покупка, платье. Наши впечатления, соответственно, будут в описании к видео. Как всегда, в конце видео, конечно же, я напоминаю вам, что если вы тоже что-то покупаете на интернет-площадках, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервис. Тут кэшбэк-сервис, который использую я и рекомендую, ссылка на него будет в описании к видео. А если вам нравится мой канал, то вы можете поддержать его по нижней ссылке в описании к данному видео. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Пока.